Карьер. Не сказать карьер, тут в принципе ничего не добывает. Вот опять такие же камни. Интересный камень сам по себе. Прям слоями. Очень тяжелый. Если реально кто-то добывал, кто-то на этой земле, да, это вполне может быть отходы какого-нибудь производства. Интересный камень. Тяжелый сам по себе, не знаю почему-то. И прям слоями. Слои-то как интересно, да, положены. Не так же должно слоиться, да? Вообще интересно. Вообще прикольно. Вообще интересно, ну там я уже был. А почему именно вот такие слои? Природа же так не могла, да, откладывать. Явно кто-то перерабатывал. Я так думаю. Это отходы производства какого-то. Переработка. Хотя здесь никаких заводов, ничего нет. Карьеров-то не видно. Там дальше, походу, песок, типа песка что-то. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Он реально тяжелый, ребят. Я не знаю, сколько он весит. Как железо. Как железо этот камень весит. Хотя это совсем не железо. Странный сам по себе. Ух ты, блин, он даже неподъемный. Бега, я даже не подниму. Ладно, пока всем. Всем пока-пока, вот такую интересную. Я все думал, что здесь песок. Издалека такое ощущение, как будто песок, да? На самом деле это камень. Что за камень? Тяжелый, очень тяжелый. Всем пока-пока.